будешь мне вкупать. Посвятил убегать, так зачем же целовать? Анастасия Карелина, Анюта и Татьяна, моя Вера, Надежда, Любовь, Инна и Оксана, Деля, Регина, Полина, Кристина, Светлана, Ирина и Даша. Нет на свете светлее и краше, чем девочки Made in Russia. Будет хорошо, мы чувствую, я девки загуляю. Ой, загуляю. Леон, а можешь мне сок принести? А, ты без проблем. Держи, дорогая. Спасибо, подружка. Не за что, не за что. Приятного аппетита. Порш, Панамера, Акин Бакалена. Что за манера? Танцует Макарена. От твоего вида внутри все кипит. Что будет, если поцеловать? Что? Где вы знаете этот магазин, который сейчас дико хайпит? Продажа Дмитрия Солдатова. Вот мне посчастливилось получить лук из этого магазина. Давайте смотреть. Я это называю лук тракториста. Надеваем штаны. Я заценили, что я похудел, кстати говоря. Мы надеваем кафтан. Ну или как это называется, я не знаю. Здесь никто не знает, откуда этот лук. Давайте попросим ребят из Римтима оценить его. Леха, оцени мой лук от 5 до 10. Рыжик, что с тобой случилось? Ну не очень. Ты что, не уважаешь мужчин? Почему не очень? Ну ладно, иди отсюда, красавчик. И самое главное, как ты думаешь, сколько он стоил? Бесценен. Русь, оцени мой лук от 5 до 10. Ну, тут целая сотка рублей. То есть ты думаешь, он стоил 100 рублей? Да. Я оделся как чувак из фильма «Джентльмены», а ты меня оценила в 100 рублей. Не, сколько? Я перегнула 50. Британцы в гробу перевернулись. Оля, оцени мой лук от 5 до 10. Я порезалась. Лук, оцени мой. 50. Нет. Пускай не болит. Мама мне всегда вавку тёмала, когда у меня что-то болело. До свидания, ё. Джентльмена в этом доме не уважаю. Как в кино сыграть психопата? Опустите глаза вниз и с легкой улыбкой посмотрите из-под лоби. Сережа! Да? Бежи сюда, я уезжаю. А что меня бить? Ты все равно через калитку же выходишь. Сереж, у меня час до отправки. Так что, мне супружеский долг выполнить? Сейчас я узнаю ребят, насколько хорошо они успели выучить мой трек «Последний предатель». Я, кстати, не делала такое видео на этот трек. Ты мой последний предатель! А я твоя последняя любовь. Леонель, исправляй положение. Хватит. Напивай, напивай. Давай. Ты мой последний предатель, которого я не прошу. Эй! И я плачу, плачу. Вы попадете. Желаю удачи. Сказали. Она не знала. Чего? Знала. Женская солидарность. Женская солидарность. Знаешь? Все, я пошла отсюда. Вот Dream Team знал бы мой трек наизусть. Ты лучшее, что произошло со мной в этом году. Дуракам везет, поэтому дурак я. Ведь найти тебя смог. Одну из миллиардов. Судьба и повезло. Это уже не важно. Важно лишь не потерять тебя. Не потерять тебя. Это кто? Это мои охранники. Каштан. Лепеш. Лепеш? Француз. Армян. Я хочу нормального мужика. Хочу, хочу, чтоб полюбил меня на века. Чтоб на века, чтоб целовал меня, как в кино. Чтоб